До 30 мая включительно во всех детских садах нашего города работают дежурные группы для детей, родители которых осуществляют трудовую деятельность. Ежедневно Комитет по образованию проводит мониторинг количества дежурных групп в детских садах нашего города. На сегодняшний день во всех детских садах работает 20 дежурных групп, в которых находится 142 ребенка. Работа дежурных групп организована при обязательном соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. В обязательном порядке проводится входной температурный контроль. Не допускаются дети в дежурные группы с признаками заболевания. Незамедлительно информируются родители о появлении у ребенка признаков заболевания. По вопросам функционирования дежурных групп в детских садах можно обращаться к заведующему детским садом или в Комитет по образованию по телефону 74407 к Ефимовой Ирине Ивановне. В соответствии с указами губернатора Смоленской области от 12 мая номер 59 и от 15 мая номер 60 продлеваются ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска обучающихся и их родителей в школы до 30 мая включительно. В связи с чем реализация образовательных программ продолжает осуществляться с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до завершения учебного года. С 18 мая до завершения учебного года во всех школах нашего города организована реализация программ воспитания и социализации с обязательным соблюдением необходимых мер охраны здоровья детей и допустимых при них нагрузках при использовании онлайн-технологий. В мае будет организовано, так же как и в апреле, единовременное предоставление продуктового набора для учащихся 1-4 классов и для учащихся 5-11 классов из малоимущих семей, имеющих право на получение горячего завтрака в школе. Продуктовый набор будет выдаваться на территории образовательной организации согласно утвержденному графику директором школы. Реализация образовательных программ продолжается с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. С 1 сентября 2020 года все учреждения дополнительного образования нашего города переходят в режим персонифицированного финансирования дополнительного образования. И я призываю всех родителей уже сегодня стать активными пользователями навигатора дополнительного образования нашего города. Пользуясь навигатором, родитель, не выходя из дома, может выбрать понравившееся объединение педагога дополнительного образования, получить информацию о наличии свободных мест для записи, узнать то, чему может научиться его ребенок, посещая то или иное объединение, а также записать своего ребенка в понравившееся объединение. Для того, чтобы воспользоваться всеми функциями навигатора, необходимо зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету.